Памятник чайки по имени Джонатан. Памятник создан художником Марио Лупо в 1986 году по инициативе клуба жителей Сан-Бенедетто-дель-Тронто. Этот памятник посвящен главному герою знаменитой повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Монумент расположен в южной части пристани на прогулочной палубе, которая была переименована в «The Jonathan's Way». Голубой круг олицетворяет жизнь чайки и моря. Памятник является символом огромного усердия жителей Сан-Бенедетто, которые всегда стремились к поиску лучшего для своего города. Этот символ воли и упорства характерны для людей, живущих у моря, для тех людей, которые привыкли преодолевать препятствия и трудности, всегда достигая своих целей.